Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Ну что ты нам Беззубик принес? Показывай. Ага, вот такое вот яйцо. Держать крепче. Держать крепче, да? И никак по-другому нельзя. Так, пускай летит за рыбой, ты опять же за древесиной. О, принес мне 37 железа, ребята, он принес. То есть мы можем... Нет, не можем пока. Пускай повисит здесь. Чуть-чуть попозже мы его отправим. Смотри, какое у меня здесь чучело есть. Пугало. Так, ну что ты, сарделька, мне принесешь? Так, руны. А по итогу... По итогу мне достанется... Руна? 4 руны. То есть он сыграл сам на себе, да? Получается. Ладно, лети в приключение. А куда, куда? Нет, какая рыба? Вернись. Лети в приключение. Так, цветочек забрали. Так, Барсик, что ты мне дашь? Вот что ты мне дашь? Дай мне лучше рун, 12 штук. Мне как раз не хватает. Да, и он мне дает 12 штук. Круто. Давай-ка мы тебе дальше отправим. Слушай, а может быть его все-таки качать? Слушай, у него сбор, видишь, недоступен. Железо. Как бы невыгодно нам. А с другой стороны, если 90 уровень ему прокачать, то он сможет нам перейти к насесту. 90 уровень. Ай, была не была. Пускай тренируется. Лес. Бесплатно. Драконы. Тоже бесплатно. Все, здесь вроде бы разобрались. Тут я ничего брать не буду. Так, по обмену. Слушай, нам, ну, вот где... Ну ладно, топорики, да? И вот эти вот. Но где нам взять вот осколки эти? Это вот вопрос большой. Просто огромный. Так, пак откроем. Шторморез, шепот смерти, кревет, громобой защитник. Последний пак на открытие. Кстати, у нас же должны откатиться, друзья мои. Да. Берем сразу же и тот, и этот пак. Древесину сейчас. Опа, фулочка почти, да? Почти фулочка. Бесплатный пак. Так, монета Одина. Шепот смерти, крылатый ужас, водорез. Так, и сразу рекламный заценим. 6 монет Одина. Громобой, костолом, крылатый ужас. Окей. Так, теперь, значит, что? Это мы посмотрели. И теперь нужно нам взять пак с этими. С рыбой. Вот. Макарек. А, ну вот он, да? Да. Ох, сколько рыбки. Это я понимаю, ребята. Затарились. Так, а вот теперь. Вот теперь. Ты сколько мне? 37. А у нас вроде бы есть кто-то, кто побольше носит. Если я, конечно, чего-то не путаю. Так, здесь мало. Мне кажется, это какой-то из... громобоев. Сколько ты мне? Вот, ребята, 40. Но он требует, конечно, рыбы тут немерено. Рыбы, конечно, он требует немерено. Так, сколько же у нас? Да ёк-макарёк. А тут древесина вообще требуется. Пускай летит. Пускай он летит. 75-й. Может быть, его обучить? Пускай летит. Тренируется. Пускай летит, тренируется. Гнилец. Тоже пускай летит, тренируется.
Так, у нас столько рыбы, ё-моё. Так, этот у нас 33. Но здесь древесина нужна. Здесь нужна древесина, причем ее много нужно. Куда еще мне ее потратить? Пускай сделают так. А, блин. Расширьте академию, говорит. Теперь мы с тобой рыбу потратили, у нас не хватает. Да что ж ты будешь делать? 675 рыбы нужно было. М-да. То девать некуда, то опять нехватка. Летите за рыбой, чё ж теперь сделаешь? Стоп. А, у нас же академка забита. То есть на обучение не отправить, получается. Ну что ты тут стоишь, грустишь? Давай. Так, модификрылка тут как тут. Какой ты уровень? 85-й. Так, а здесь у нас что ты нам принесешь? Дай мне, пожалуйста, вот эти вот 80 железа. Пожалуйста, дай мне 80. Нет, зачем нам 80 железа? Получи тусклый никчемный янтарь. Никчемный, друзья мои, янтарь мне дает. Так, мне здесь не хватает. Ладно, давай тогда посмотрим, что этот нам принесет. Листочек плюс тусклый янтарь. Отправляем его опять на поиски. Отправьте легендарного дракона на поиски наград. Шмыга. Рыка-шмыг, точнее. Слушай, мы тогда возьмем здесь, наверное, задание. Так, раз. Два. Три. И нам буквально чуть-чуть не хватает, чтобы собрать награды. А здесь у нас есть... Обмен. Обмен получили. Так, ну что, теперь, наверное, мы пойдем на арену, или точнее даже на событие, я бы сказал бы. Гроза, охотники сеют хаос. Погнали. Сейчас мы с тобой посмотрим, что у нас тут будет. Так, дымодышащий стоит. Ну, две волны, ребята, это, в принципе, предсказуемо для нас. Две волны, но он здесь один. Так, делаем укус. Понижаем защиту. И пробиваем. Так, дальше. Парящий прихвостень. Давай, наверное, начнем с него именно. Плюс отхил. Хоть отхил нам и не обязательно нужен был сейчас, но тем не менее. Волна последняя, да, получается? Так, раз, два, три. Втроем они ходят. Минус парящий. Так, ну что, сородич кривоклыка сейчас. Тихо, ты что делаешь? Обалдеть, ребят, посмотри, сколько здоровья я ставил. И причем это страж. Понижаем защиту здесь. Делаем укус. И... готов. Готов, хлопчик. Ну что, крутанем колесо. И заберем рыбу. Так, двигаемся дальше. У нас здесь с тобой что там будет? Содержит новичков. Ну, это после этого поединка. Мы с тобой заберем, но это самый обычный пак. Так, ну что, громобой плюс... ловарык.
Так, Барсик, давай, наверное... Смотрите, ребята, опять же, смотрите, что происходит. Что с игрой происходит, ребята? Барсик постоянно указывается здесь. На постой. Смотри, опять же, должен ходить кривоклык, а показывается Барсик. Странно. Вот сейчас Лаварык ходит, а у меня опять же Барсик здесь отмечается. Поехали. Так, хильнемся чуть-чуть. Сделаем укус. Ну и, наверное, сейчас будем пробивать по полной программе. Щиты повесил на себя, да? На тебе. Так, вторая волна. С кого начнем? С тройного удара, наверное, я думаю, да? Стоит начинать. Ну, что ты там сделаешь? Уклонились мы. То есть не попал. Костолом. Так, давай-ка мы, наверное... Слушай, я, наверное, сюда бомбану и уже здесь вот так сделаем. Сразу двоих, чтобы задеть. Даже троих. Куснули. Добить сможешь? Красавчик Барсик, смог добить. Ну что, дальше все по-старому, ребята. Понижаем защиту и, соответственно, начинаем его кусать, истреблять. Так, и добивка. Вот и все. Так, крутим колесо и забираем древесину. 677. Кстати, мы можем кого-то с тобой отправить. Одного из драконов, да, куда-нибудь. Содержит новичков. Ну давай, посмотрим, что у тебя там. Шторморез, Пристиголов, Лаварык. И все. Так, у нас три поединка, получается. Раз, два. То есть мы заберем с тобой 75 рун. 75 рун. Окей. Так, две волны по-прежнему остаются. Давай-ка я начну, наверное, с Пристиголового. Так будет эффективнее забомбить его. Да что ты, кривоклык? Ну мог бы, конечно. Ну что это он оставил ему вообще? Микрончик. Просто микрончик. Так. Ну, кривоклык очень хорошо бомбит, конечно. Стражей тут не поспоришь. Отхил делает. Мы опять ему понижаем броню. Делаем укус. И вторая волна. Так, змеевик злобный начинает выпендриваться. Наверное, мы с него и начнем. Так. Сейчас пробьем. Минус один. Минус один. Так, поехали сюда теперь. Ну, давай сделаем массовую атаку. Массовую атаку с хатхилом. Четко. Ну и остается у нас Громыль, который промахнулся. Громыль промахнулся. Вот и все. Очередное колесо. И выпадает нам рыба. 379 миллионов. Общее количество. Так, а вот теперь, друзья мои, мини-боссик у нас. Мини-боссик. Вот они стоят, урлики. Я начну, наверное, с Громыля. Ой, с Громыля, я уже забыл, как его звать. Громорог, конечно же. Конечно же, это Громорог. Так, я думаю, мы выдержим, надеюсь. Окей, а ты что будешь делать? Эй, стоп. Стоп, 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 стоп. Еще ты сюда, нет? Допустим. Так, а теперь, наверное, сюда. Потом будет у нас ходить Барсик.
Они хотят уничтожить мне кривоклыка. Вот что я тебе хочу сказать. Неужели потеряем? Да, ребята, потеряли. И это на мини-боссе, ты прикинь? Это на мини-боссе. Сейчас будет мини-босс, и как вот мы его будем? У нас, правда, есть груши тут. О, нет. О, нет, ребята. Прикинь, он еще заблокировал способности мне. Он заблокировал мне способности. По-моему, тут нет шансов у нас на победу, друзья мои. По-моему, тут шансов на победу нету. Ладно, попробуем сделать. Подожди. Давай вот так вот. Конечно, хотелось бы, чтобы этот душитель бы отдуплился. И нам нельзя позволять, чтобы это сделал накатик. Ага. Придется тратить. А это сейчас сделает колесо, да? Нет, слава богу. Но он сделал себе усиленную атаку. Фух, повезло-то нам как. Ёк-макарёк. Так, ну что, с этим, я думаю, справимся. Да, друзья мои, в меньшинстве выиграли. Поехали, посмотрим, что нам тут выпадет. Опять древесина. Древесина у нас по фулке выходит. Так, и остается последний поединок. Так, 75 рун забираем. 7000. 7000 рун уже насобирали. Надо будет посмотреть, сколько нам там нужно. 8, да, если не ошибаюсь? Или 9? Ты не помнишь, чтобы открыть всадника, сколько нам нужно? Вот и я не помню. Давайте так начнем. Варим, во-первых, пристеголового, да? Потому что... Ну, громорога нет смысла сейчас трогать. Стража этого. Воу. Кривоклык, ты красавчик. Ну. Поехали. Понижаем. Вау. Так, а что ты будешь делать? Бафаться, что ли? Нет, он не стал бафаться, ребят, почему-то. Не захотел. Не захотел он ничего делать. Но. Так, это же только первая волна получается, да? Еще все впереди. Тут справились. Ё-моё. Два душителя. И сородище скалотряса. Сородище скалотряса. Так, смотрим. Блин, пониженная атака. Ну и чего? Слушай, ну по идее же тут должен быть мини-босс. Так ведь, друзья мои? Но не то ты делаешь. Надо было... Вот так вот. По-моему, Барсику нашему крышка приснилась. Этот добьет, олух. Надо же. А может еще поживет? Нет, этот сейчас сделает два укуса и... Прибьет его. Слушай, нет, вообще не так все пошло. Я думал, что уничтожит Барсика мне, но нет. Так-то оно будет лучше. Че, опять древесина? Окей, это уже в излишки идут, уже, как говорится, на почту пошло скопление. Все, друзья мои, здесь мы прошли с вами. Больше у нас нет энергии, к сожалению. Так, у нас тут рыба что-то завалялась. Ну и древесина. Так, теперь давай определимся. Кого мы хотели отправить?
кто у нас ищет за древесину? Ну, вот, например. Лети. Так, 120 осталось, да? Ну-ка. Забираем запасы и еще 507 миллионов древесины. Кто у нас еще есть отважный? Так, здесь недоступен сбор. Так, этот уже у нас на сборах. Это чего, чтобы нам обучить? 313 железа нужно? 300? Чокнуться, ребята. Чтобы уровень поднять, 313 железа. Это, конечно, что-то вообще заоблачный какой-то ценник, если честно. Ну а ты что там сидишь, грустишь? Иди давай рыбу собирай. Вот бы кого отправить, ребята. Но у нас нет столько древесины, к сожалению. Плохо, да? Конечно, плохо. Тут больше почему-то ничего нету. Ну, в принципе, наверное, можно и закругляться. Да, я думаю. Пак уже набьем завтра. Завтра да пройдем испытание, вот это вот событие. Ну и заодно паки набьем. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.